Всем привет, ребят, добро пожаловать на вечерний дискач, и мы с тобой продолжаем играть в игру «Музыкальный убийца». Погнали дальше, значит, сегодня мы посмотрим еще парочку треков. Как ты помнишь, остановились мы вот тут на середине, ну и вот сегодня будут у нас вот эти две мелодии. Погнали, начнем, значит, сегодня мы как раз глянем еще одну локацию, называется она... Монумент, окей. Это, кстати, к сожалению, последние локации. Их тут всего 7 штук вроде как. И вот это, к сожалению, последний монумент. Она называется, ну, довольно-таки она красиво выглядит. Вот как ты видишь тут на фоточке. Ну, и игра, в принципе, там обновляется. Я думаю, будут еще добавляться новые локации. Довольно-таки вообще игра неплохая. Даже этих 7 локаций достаточно, чтобы вот играть крутые новые там мелодии, там свои мелодии, если ты хочешь, как ты вот видишь, тут можно выбрать треки из своей музыки, также найти музыку в интернете, вот тут даже не нужно заглядывать в интернет, вот чисто у тебя представлена музыка, там ты можешь выбирать электроник, хип-хоп, там метал, ну я уже рассказывал в одной из серий, ну и вот как раз вот мы сегодня посмотрим вот... Вот эти две мелодии. Погнали, начнем. Так, значит, монумент, режим обычный. Потому что вот в прошлой серии мы пробовали Zen Plus, сложный хардкор. Но это мы чисто тестировали. В основном сложно было играть на сложном и хардкоре. Ну, понятно, вот тут опасные враги, как бы много битов и вообще всего самого-всего там необычного напичкана. Поэтому... Музыка там реально сложно идет. Ну, Zen Plus, он слишком для детей, довольно-таки. Хотя он неплохой, если вот ты чисто хочешь послушать мелодию, то Zen Plus это вот для тебя. Вот потому что там даже стрелять не нужно, там за тебя сам вот главный герой стреляет. Так, хорошо. Обычный режим, погнали. Погнали, начнем. Так, вау, довольно-таки очень красиво. Монумент, вау, тихо, есть. Окей, если что, вот эти кружочки посередине, это биты. Это биты, нам нужно в них попадать. Так, погнали. Socks and shoes right off. Natural light is so damn polite. It can make you feel just like you were young again. Standing underneath the rows of trees. Ocean meets the sky. Under our clothes, the fire grows. We are ready for this life of running wild. Underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. Dying cold, the wind is cold. Sign and fall, the wind is cold, you must return to the
Все, походу мелодия у нас закончилась, да. Ну и как-то так вся эта тема проходит. Значит, смотри, мы получаем вот ваш счет, тут также вот биты, все дела. Окей, и я тебе все забываю уже сказать, какую серию. Короче, тут есть лазерный меч. Я думаю, ты замечал, и как бы вот машет главный герой лазерным мечом. Я все забывал тебе сказать, что он тут есть. Как бы если враги близко подходят, то можно воспользоваться лазерным мечом. Ну и также вот я все никак не могу получить парочку еще тут ачивок. Я, значит, в эту игру, короче, играю в свободное время. Я там уже наиграл почти 6 часов. Ну, как бы вот треки игры я не слушал специально, это для видосов. А так я вот свои треки музыки слушаю, ну и также вот музыку из интернета периодически. Но она вся с АПшкой, поэтому ее снять нельзя. Ну и, короче, я тут уже получил где-то 11 ачивок плюс-минус. Ну и, короче, там уже самые редкие остались, такие вот, там, где нужно там 100 пауков убить, там 100 драконов убить. А как ты видишь, там драконы очень их сложно убивать, то есть там только за один трек можно 2-3 дракона убить. Ну и эти ачивки даже вот, короче, золотым цветом подсвечиваются, довольно-таки неплохая тема. Так, погнали дальше, значит, вот посмотрим сейчас вот этот трек. Так, режим, я не знаю какой. Вот смотри, вот самые красивые при самой красивой локации, хотя они все красивые, но вот самые битовые, именно вот битовые, это вот эта локация. Погнали, начнем. Сейчас ты все увидишь. Короче, вот эти волны. Эти волны, они под биты, под басы начинают дергаться, и настолько иногда могут высоко дергаться, что это вообще просто жесть. Вот эти волны, вот они поднимаются, они тут как море, короче. Так, ну вот смотри, лазерный меч вот так выглядит. Вот он, вот так, вот. Я думаю, ты видишь, вон, вум, 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 прям как в этом. В Звездных войнах. Все шикарно. Вау, ничего себе, счет почти 2 миллиона. Офигеть, ну довольно-таки классные песни. Мне вот эти две песни сегодня понравились. Рили, очень понравились. Ну вот как-то так, ребятки.
Реально, игра очень прикольная, игра очень классная, всем советую. Да, знаю, что на ней просмотры, но так, средне в основном на этой игре, потому что, ну, в основном мало кто любит там что-то музыкальные игры, тем более там песни, если не любимые, то еще что-то, хотя тут песни просто вообще биты такие, чисто без всяких голосов, чего-то такого. Как-то так. В принципе, будем продолжать периодически, ну, думаю, еще парочку серий и закончим с этой игрой. Довольно-таки игра неплохая. На этом все, подписывайтесь на канал, кликите видео, ставьте большие пальцы вверх, с вами был Кот, всем удачи и всем пока-пока.